Сразу две великие даты объединили в мероприятии, которое организовало Министерство социального развития Саратовской области. День Героев Отечества и день начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году. В голубых гостиной Саратовского оперного театра чествовали ветеранов труда и войн, героев страны. Сейчас в Саратовской области проживают два героя Советского Союза и три героя России. Здесь же присутствовала одна из участниц обороны Москвы, Нина Тарасова. В 1941 году ей, радистке, было 18 лет. Нина Федоровна вспоминает, что ее пост находился в землянке, но о бытовых трудностях защитники Москвы не думали. Когда летели самолеты на Москву, все на посты сообщали, а я сразу на главный пост. И от моей точности, от моей дисциплины зависело, как быстро и как сразу поднимутся наши самолеты и рассады, и зенитчики, чтобы не допустить фашистов и немецких самолетов к Москве. Все делали все возможное для того, чтобы вот это начало нашей великой победы состоялось. Поэтому я вас искренне от души поздравляю и с этой замечательной датой, с Днем воинской славы России.